Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодняшний выпуск программы «Звуковая дорожка. Телеверсия» несколько необычен. Он посвящен творчеству только одного исполнителя, точнее исполнительницы, точнее даже не исполнительницы, а певицы и легенды нашей поп-музыки и нашей эстрады Софии Ротару. Совсем недавно София Ротару поучаствовала в нашем фестивале, посвященном 20-летнему юбилею звуковой дорожки. И я могу сказать, основываясь не только на собственном мнении, но и на мнении тех нескольких тысяч зрителей, которые пришли на наши концерты, что это было одно из самых ярких, одно из самых запоминающихся выступлений певицы за последнее время в Москве. Огня.
каждый новый концерт, он это новый концерт. И хотя уже 25 лет, но я так чувствую себя на концерте, вот выхожу сегодня. И завтра я нахожу все равно что-то новое, какие-то новые чувства. Я все равно каждый концерт, он опять как будто он впервые. И чем, мне кажется, дальше, тем ответственнее. И Игорь знает, как я отношусь к своей работе. И все удивляюсь. Холодные руки, все удивляются, почему я так волнуюсь. Но это уже в крови, ты уже не изменишь. Я вспоминаю первый концерт. Тогда супер популярная, сейчас не менее любимой всеми Эдит Станиславовна. Она приезжала в Черновцы, и она приезжала очень часто. И помню, как мы ждали ее приезда. Я уже пела, в принципе, меня уже знали. Я купила такой шикарный букет роз. Я так переживала и думала, после какой песни выйти. Я хочу сказать, с каким уважением и любовью мы относились вот, уже признанным. Да, к признанным таким исполнителям. Ну а что касается сегодня, разве это важно? В начале концерта, в конце, в середине. И мне всегда как-то неловко становится за вот молодых исполнителей. Конечно, не все они талантливые, я их очень люблю, но есть что. Вот считают, что если ты закрываешь отделение или закрываешь второе отделение, значит, ты уже звезда. Если здесь есть, если Бог дал, если талант есть, если есть трудолюбие, если ты не выходишь и знаешь, о чем ты будешь говорить людям, если людям интересно. Конечно, это самое главное. Самое главное. Когда в окно заглянет полночь, и все вокруг застынет сонно, о тебе грущу я, о тебе. Печали так похожи, как похожи звезды в синеве. Я тобой называю звезды, и меня обжигают звезды, будто снова тебя ласкаю я. Хочу к тебе, мой бешеный, я одна, ты слышишь, я одна. И ночь молчит, и звезды тают, твой след хранит. Тебя ласкаю.
У меня очень много концертов, у меня очень много работы, у меня очень много домашних забот. У меня внук, у меня семья, мы строим дом. А внук, ему 1,5 года, уже взрослый. Уже когда Соня поет, я не бабушка, я Сонечка, вот когда Сонечка поет, он уже меня узнает. У него есть дедушка, есть бабушка, а я... Подруга дедушка. Да, а я дедушкина жена. Ты подруга дедушка. Дедушкина жена. Жена. Ну, я очень довольна, у меня прекрасная невеста. Вот скажи, невестка прекрасная, сваха у меня прекрасная. Дорогая София Ротару, вы такая прекрасная женщина. Прекрасная певица. Уважаю очень. Моя любимая певица. Красива, умна. Обаятельная женщина. Ну, хорошая певица и все. Любимая моя. Очень хорошо выглядит. Очень нравится. Ее исполнение песни очень хорошее. Благородная, интеллигентная. Но я считаю, что она великолепная певица. Грациозная такая, спокойная. Прекрасный голос, прекрасные мелодичные песни. Хорошая женщина, красиво поет. Голос у нее хороший, красивая. И как певица хорошая, и как женщина красивая. Червоную руту я помню, Софию. Червоную руту. Не шукай вечерами. Ты у меня единый. Только ты один. Дорогие мужчины, эту песню я пою для вас. Мужчины, вы меня слышите? А где же ваши аплодисменты? Я подойду к вам поближе. Ясно одно, жить без тебя невозможно. Только тебе это понять невдомёк. И от того мне так легко и тревожно. Ночной.
Что такое песня года? В этом году ей 25 лет. Да. Она меня сопровождала и была рядом со мной все 25 лет. Это самые прекрасные, счастливые годы моей творческой жизни. А ты помнишь тот момент, когда в Америке в 6000-м зале, когда помнишь? Ты вышел, и поднялись все 6000 народу? Я, честно, ты видел, как я переживала, потому что концерт длился более 4 часов. Ну, естественно, думала, ну, зрители, наверное, уже устали, в общем, ну, сам понимаешь. И Богу, я не ожидала. А Таня Овсенко говорит, мы все выбежали, да, да, и ищем тебя, тебя в зале не видно. А я спустилась в зал. Да. И весь зал поднялся. И кто был? Крылов, да? Сережа Крылов был. Я на хуторянке, чтобы меня было видно, стала на стул. И он со мной, представляете, я Крылов. И мы с ним вдвоем на двух стульях танцевали хуторянку. Ну, это было, конечно, просто бесподобно. Ну, а вчера, вы сами видели, концерт. Ну, я считаю, что просто блестяще все прошло. Арс, молодцы ребята. Игорь крутой. Зритель бесподобный. Оформление, зал, ну, все было, все на одном дыхании. Я особенно рада за молодых. Я считаю, что они прошли очень хорошо. Очень. Я рада за Валерию, за Анжелику Варум, за Алёню Агутина. Да, все блестяще выступили. В тот момент я была, наверное, самой счастливой. И это незабываемая вот та встреча в Тадж-Махале была незабываемой. Погаснет, погаснет последний луч заката там на краю мечты. Напрасно казалось мне когда-то, что не разлюбишь ты. Как чужие пройдем стороной, стороной, молча ни взглядов, ни слов. Отгоревших огней с нами простится любовь. Не сможет вновь засиять над нами свет золотой зари. И все же благословляю память нашей с тобой любви. Как чужие пройдем стороной, стороной, молча ни взглядов, ни слов. Прожитых дней, отгоревших огней, с нами простится любовь.
представить мою младшую, самую младшую. Да. Нас же шестеро у нас было. Урика была самая, ну, самая у нас младшая, самая любимая. Четыре сестры, два брата. Два брата. Нас очень много. Большая, дружная семья. А вот что ты думаешь по поводу творчества своей сестры, Сони? Ну, что за вопрос? Ну, интересно знать, что сестра думает о сестре. Вот я, например, очень люблю Соню. Обожаю просто. Соня у нас дома всегда была примером. Так что мы всегда на нее равнялись. Ну, спасибо, Варенька. Вот как я себя помню, я всегда мечтала быть певицей. И папа, когда кто-то приезжал, папа меня за ручку брал и всем говорил: вот Соня обязательно. Вот такая вот уверенность. Я не хотела стать звездой. Вот говорит, что вот все хотят, да, вот завтра я уже звезда. У нас такого не было. Ну, я хотела стать певицей, я хотела людям нести радость и добро. Ну, не знаю, что в общем, еще. Я могу только сказать одно. Это такие классные девчонки.
душа, приду сама. Ты не зови, кто виноват. Скажи на милость, что слаще нет грешной любви. И муж, но он вот так вот. Так, только он сел возле Аурики, знаешь почему? Потому что я, когда выходила замуж, он на Аурику все время смотрел, говорит, боже, какая она красивая. Ничего, она подрастет, говорит, я потом женюсь на Аурике. Он у меня хороший, послушный. А как насчет супружеских измен? Был такое? Так, ну, может, еще что-то спросишь? Тоже, да. Да, а мы с тобой сегодня чем занимались на сцене? Не прижимайся так сильно. И тебе не стыдно при вот рядом живой муж? Нет. Если честно, то Толик прекрасный музыкант. Он
учился в университете, и, как он говорит, он поступил, потому что там был эстрадно молодежный, он был, есть прекрасным трубачом. И служил в Нижнем Тагиле. И я тогда участвовала в художественной самодеятельности, еще жила в деревне. И как победительница республиканского конкурса меня поместили на обложке журнала «Украина». И у них в части, случайно попала в части вот этот журнал. И он, говорит, повесил это над кроватью, говорит, ребятам, посмотрите в деревне, какие девчонки, представляете, что делается в городе. Это он так сказал ребятам, сам приехал, начал меня искать. И говорит, я приехал, сижу дома вечером и показывают какую-то передачу. И меня показывает, отец сидит рядом, вот бы мне такую невестку. Сам говорит, а ее как раз я ее ищу. Искал, правда, очень долго. Очень долго. Да, 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 очень долго. Ну, есть на кого покричать, на кого всю свою злость вылить, кто тебя поймет, кто тебе простит. Это очень важно. Поэтому ему, конечно, тяжело, тяжело. Ты меня ревнуешь или нет? Поначалу да, но после 50 успокаиваюсь. Наши судьбы корабли, друг от друга мы вдали, и плывем, и качаются мачты. По течению нас несет, но однажды день придет, повезет, и тогда слез не прячь ты. Остров любви, в океане людском улыбнулся нам счастьем в туман. Корабли плывут, плывут, берега зовут, зовут, берега кликают, но счастье находишь непросто. Ночь кромешная, крест, лишь луна да южный крест, да надежда, что есть впереди тот несбыточный остров. Остров любви, в океане людском улыбнулся нам счастьем в тумане.
Дай Бог ей успеха и дальше. Не стареть, да? Да, чтобы была красивая, такая же, как есть. Да. Чтобы она осталась такой же молодой, энергичной. Здоровье. Еще бы она пела больше в России. Ну, еще столько же на эстраде быть. Счастья, здоровья и долгого, так сказать, творческого успеха. Оставаться такой же красивой. Ну, пускай так же расцветает, дальше хорошо поет. Чтобы она всегда оставалась такая же обаятельная, очаровательная, молодая. Наша передача подошла к концу, и, видимо, необходимо после всего увиденного и услышанного сделать некий вывод, подвести некий итог, такую жирную какую-нибудь черту. Я думаю, что самой лучшей точкой в этой передаче будет девиз «Да здравствует София Ротару».